Мы на канале Яна Кляйн и кролик Ребекка. Как и я мамочка. И Яночка сегодня мамочка для кролика Ребекки. Как у вас дела, ребята? Кто пипитяка. И кто не подписан, подписывайтесь. Что у нас сегодня? Ковкики. У нас сегодня шопкинсы. И у нас не просто шопкинсы, а у нас вот такая вот куколка Шопкинс. Шопкинс Шопис. Вот такая вот девочка с разными украшениями. Вот такая вот у нас куколка Шопкинс. Здесь пишется VIP Card Included, какая-то VIP-карточка здесь. И два эксклюзивных Шопкинса аксессуара. Тут, похоже, какая-то самая настоящая модница. Да. Давай откроем, посмотрим ближе. Да. Вот я тебе помогла немножко освободить куколку. Вот здесь вот у нас находится VIP-карточка, наверное, в какие-то магазины. Может, это какая-то подарочная карточка Шопкинс. Она как настоящая пластиковая карта со штрих-кодом, все как положено, да? И вот здесь вот, похоже, это даже какая-то карта Gold. Здесь такой золотой Шопкинс. Так, бери карту и давай смотреть, что нам еще попалось в наборе. Куколка. Как зовут куколку? Bubble Isha, Bubble Trouble. А эта девочка, она больше всего любит вот такие вот жвачки, которыми можно надувать вот такие вот огромные bubbles, пузыри. Вот пока я освобождала куколку, у нее упали ботинки. Яночка, одевай вот такие вот у нее красивые туфельки, да? А эту ножку? Эту ножку. Ой. Давай. Ой. Ой. Помочь? Да. Давай посмотрим, что у тебя там не получается. Такие красивые модные ботинки. Ну вот, смотри, они легко одеваются. Вот она на каблуках, на танкетке. А это что такое? Я иду. Я иду в магазин. Ну, конечно, куда же можно так еще идти? В магазин за покупками, за новыми туфельками, платьичками. Давай покажем ближе куколку. Вот у нее вот такие вот хвостики. Очень длинные густые волосы. Куча резинок, которыми она была прикреплена. Обруч. На обруче у нас какие-то конфетки, наверное, бантики. Такое платье у нее красивое. А вот это, смотри, сумочка. Для того, чтобы... Что она должна взять с собой в магазин? Сумочку. Держите. И кредитную карточку. Иначе для чего идти в магазин? Вот, теперь она может идти в магазин. Давай посмотрим, что у нас еще есть в наборе. Вот таких вот два эксклюзивных Шопкинса. Что это у нас такое? Это похоже на какой-то вот автомат с жвачками, либо с конфетками. Вот сюда вот, да? Закидываешь денежку, делаешь так, чик-чик, и оттуда выпадают конфеты. А вот это, наверное, собственно, и есть конфетка такая вот. Да? Да. Ее, когда жуешь, она сначала как конфетка, а потом жвачка, и получаются огромные пузыри, просто нереально большие. Что у нас осталось в наборе? Вот такая вот щеточка, как всегда в Шопкинсах, с глазками, такая очень миленькая, да? Как мы назовем нашу куколку? Потому что Bubble Isha — это нам какое-то непривычное такое вот имя, несозвучное, неблагозвучное. Давай ее как-нибудь назовем, как мы ее назовем? Лола. Давай Лола. Лола, привет. Да, я Лола, я Лола. Все, назовем ее Лола. Такое у нас, да, будет какое-то латинское имя. Она вот такая длинноволосая, да? Что нам известно еще про нашу девочку? Про нашу Bubble Isha? Что у нее есть две лучшие подружки. Gumball Gabby и Bubble Isha.
Вот они. А вот наша Бабл Иша встретится с подружками. Они посидят в кафе, съедят что-нибудь вкусненькое. Пирожное, да? Да. И желе. Да. Попьют соков, смузи, потратят все деньги вот с этой вот карточки. Да? Да. Ну, как иначе. И придут домой? Да. На ты, а эту другу. Это появилась теперь новая подруга у кролика Ребекки. Бе-бе-бе-бе-бе. Ой, они уже ругаются. Ладно, мы пойдем выяснять отношения. Яночка, тебе понравился набор? Да. Ребята, если вам понравился наш набор Шопкинс, ставьте лайки, подписывайтесь к нам на канал. До новой встречи. Всем пока!